Как проверить или изменить DNS-сервера, если вы покупали их на хосте? Итак, вот у вас будет такое руководство, я ссылочку оставлю под видео. Дальше вы заходите в биллинг панель. Вот идете прямо по этому руководству. Так, думала открыть. Сейчас мы откроем в новом окне. Здесь вы должны понимать, что есть хостинг, а есть биллинг. Нам надо именно в биллинг панель войти. Нажимаю «Войти». И вот здесь у вас будет написано «Мои домены». У меня здесь нет доменов, потому что я покупала на другом регистраторе доменов. Если вы покупали здесь, то вы идете дальше по инструкции, шагаете. Вот, мои домены, войти, да. Мои данные, мои домены. Выбрали мои домены. И вот здесь идете уже дальше по инструкции. Домен, напротив домена выбираете управление DNS в виде картинки. И вы должны проверить. Вы должны проверить, правильно ли у вас прописан DNS. Вам ссылочка приходила, все данные приходили на почту. Проверяете, вводите данные. Вот, допустим, там может быть NS59 хостина, хостинейм, да, NS60 или какие-то другие могут быть циферки. И нажимаете «Изменить». И после смены NS-серверов у вас буквально в течение 6 часов, может быть чуть больше, да, поменяется, и вы сможете продвигаться дальше. Но DNS-сервера обязательно надо проверить. То есть мы этим говорим то, что наш сайт будет работать на этом хостинге.